тратить на раз-два. Все будут при работе, все будут деньгами. Все будем вывозить. А бабкам мы точно вывезем. Нормально, я просто в трассе и связь плохая здесь. Да, мы... Не-не-не, ну можно сейчас просто, если вдруг пропадет связь, то... Впереди город, ограничить мне 60. Ага. За сколько дадим блок управления вот для этих зеркал? Сложно сказать. Скажи, сейчас поедем, найдем его и посмотрим и скажем ему. Не могу пока ответить, Роберт. Да, мы сейчас, смотрите, мы уехали в Давичек, а завтра днем мы вернемся в Москву. Мы в четверг приступим к работе, найдем его, найдем этот блок, посмотрим, и я сообщу вам стоимость, хорошо? Вы все никак не это, не отпускаете эту ситуацию, да? Я понял. Ну, Ага. Ага. Хорошо, это, ну, более-менее нормальная цена, не 15, не 20. Угу. Я понял. Хорошо. Роберт, да. Ай. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Ага. Открывается большой круг. До 110 поднимается и потом опускается. Это нормально? Да, так и должно быть. Да, так и должно быть. Это в порядке вещей, нормально все. Ничего не капает там, нормально? Ну, спешки где собрали? Помпу стоит менять или не надо? Думаю, нет. У нас ничего не шумит. Она шуметь начнет сначала. Нет, да. Да, пока не нужно, пока не нужно. Помпа там тоже под выпадает, там, скажем, непростая помпа. А, да, завтра, ну, после обеда будем в Москве. Нет, мы прилетим и, ну, наверное, по домам сразу отдыхать. Скажем, мы в 3 ночи выехали сегодня, вот сейчас поедем еще. Ага, да, хорошо. Хорошо, договорились. Да, понял. Ну да, мы в этот, да, с дверью вместе отдали. Хорошо, договорились. Да, до свидания. Да, взаимно, до свидания. Короче, нашел он, кто ему сделает за 4000 рублей. Ага. Вот, но надо... Ему нужен блок. За сколько мы ему этот блок отдадим? А ты говоришь, он никак
просто левее держаться. Да, так же попробовали. Что-то этот Legacy прочитал, но ничего не ответил. Так, что-то на Юле какой-то запрос. Добрый день, Ford Mondeo 4, 2.0 бензин, 2011 года. Интересует удаление катализатора, установка фонарегасителя плюс чип. Сколько, 6500? Все вместе подключено, надо сказать. Да. Скажи, вот так за так, чип. 10, сколько, все подключено. С чипом, со всей фигней. Не, погоди, а если не с чипом, да, сколько там, 6 тысяч с обманкой? Или 10 с чипом? Да? Нет, знаешь как? А? 4500 с обманкой. Да хорош, 4500 на Ford Mondeo. 5. Ну, Mondeo легко делается. У нас была уже одна Mondeo. Да, Mondeo легко, там удобно сзади. Помнишь, мы делали? Давай 5000 тогда, ладно, этот... Скажи, 5000 с обманкой, либо 10 с прошивкой. Насколько я помню, они говорили 3000. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. Город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Что, не принято что-то? Слушай, как он называется? Блок управления или что этот? Камера висит. Че? Ну да, чего такого-то нам прямо же. Вот. Этот, как он называется? Блок комфорта. Блок комфорта? Угу. Осторожно, дети. Ограничение 60.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. Впереди опасный перекресток. Ограничение 70.
скорость. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Что, мы пойдем на рыбалку-то? Не знаю, надо звонить. Я просто думаю, если не пойдем, может, ебанем тональчика? Да нет. Что, какая разница, что сейчас я, то, что завтра? Есть разница. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Железноводск. Ты самому неохота посмотреть по сторонам в светлое время суток. Я не говорю там утром. Светать начнет, можно поехать. На самом деле, еще, наверное, спокойнее ночевать в Пятигорске, нежели в Нальчике. Да? Да. В Пятигорске я уже один раз был. Уже свой здесь. Нальчик и Нальчик по-моему. Нальчик, я не знаю, я там еще не был. Хотя, что говорить, у меня знакомые, ну как знакомые, этот, водители, гоняли тачку в Махачкалу. Ну ничего, добирались, ездили и туда, и, ну, правда, ФСБ. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. И служил он в этом. В Махачкале. То есть он знал, куда Махачкал. Ну да, да, он знал, куда едет, чего, всякие обычаи вот эти вот. Готовленным, конечно, лучше, наверное, не ехать. В Пятигорске еще можно и в шортах походить. А вот в Нальчик надо будет въезжать в джинсах. Впереди лежачий полицейский. Ограничение. Нет, 20-20. Слушай, они хилые такие, эти кафешки, да, стоят? Ну, это при въезде. А, слушай, это мы уже прям в городе, да? Или это же Железноводск? Нет, я вот не знаю, смотри. Да, Пятигорск дальше еще. Самые вкусные раки. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. И при въезде в Пятигорск с правой стороны будет мойка. Я там мыл тачку, которую передавал. Можно будет помыть и поехать? Не, зачем? Завтра в Нальчике, наверное. Ну а что, нам еще 100 километров не бегать? Сколько километров? 70, наверное.
ФФ-ки они реально вкладываются, потому что, видишь, они же эти заводные ребята. Впереди лежачий полицейский. Отдыхать любят размахом. Ограничение 20. А отдыхать в говне не очень по кайфу. Поэтому они в кафешке всю душу вкладывают, видишь? Да-да-да. И любят они и покушать вкусно, и приготовить вкусно. Да. Вот. Что есть, то есть. Пятигорске как-то в детстве был, когда маленький года 3-4, наверное. Ну, привозили как на курорт. Мне здесь запомнился орел, где-то у них на горе есть. Да. Где это? Я не помню. Да я никак, можно загуглить. Можно. Гора Машук, что ли, что-то такое. Но я думаю, это не рядом. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Здорово. Давай. Спасибо. Вот, гора Машук, 4 километра. Прикинь, не так уж далеко. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Нажимает прям конкретно, да? Чтобы с первой на третью включить. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Слушай, вот там какая-то вышка светится. А, видишь? Мне кажется, вот там и есть Машук. По-моему, там орел был. А? По-моему, там был орел. Не. Орел не на самом верху. Да? И на пике. Впереди город. Ограничение 60. А что там в этой горе Машук произошло? Ах, я не знаю.
да, это просто какая-то красная хуйня. Там телевышка у них какая-то. Может быть. Жорик Вартанов оттуда вещает. Ага. Чё, как ТВ. Слушай, это лет 30 назад я здесь был. После года 3. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 30. Странный какой-то этот, да, был знак. Угу. Ну, ступай, ничего себе. Наверное, большое значение. Советского Союза, да, все ездили. Кисловодск. Курортная зона налево. Смотри, как ты вот белый, да? Ага.
Ну, не жарко здесь. Белые как бы особо этот. Но я смотрю, тут тоже все это в штанах. Купили пиццу и на улице на капоте кушают. Жигули то белое, да? В шортах нашел. Они есть, да? Да, он сидели двое. С разбитыми носами. Да я шучу. Что за знак вообще? Где? У кого главное? У них, походу. Не, он вот там главное. А, и у них, да, тоже главное. Съемки фильма какого-то. Это знаешь, как декорации. Фильм с этим был. С Джимом Керри. Не смотрел? Я не помню, как он называется. Вот там тоже все в декорациях было. Он жил в построенном специально для него городе. И вокруг все были актеры. Я не знаю, куда ты привез. Пятигорск. Вы приехали. Пойдем на воздухе постоим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко размяться.
просто так, без навигатора. А? Ну, с навигатором. А какой хотя бы адрес забит-то? Да просто по карту открою, посмотрю. Вот тогда. Да? Да? Не забивая адрес, просто вот там по навигатору. Нет, да, смотри, центр там. Девушка находится. Да, вот так вот сделаем. Пятигорск. И он всегда ведет на нулевой километр. Проядники, да? Курорт? Вполне, да. Да. Ну, курортный, чё? Бессина расслаблены такие. Той полосы. Ты же отстал, да? Угу. Ну вот он заканчивается здесь. Что-то вообще площадь Ленина там. С каким-нибудь таксистом пообщаться, который посоветует что-нибудь вкусную кафешку какую-нибудь, что-нибудь такое. Ты, сука, демон, блядь.
Алло, Зай. Звонила? Да, чего? Просто по тому телефону, по навигатору едем. Нормально все. Да нет, мы вот уже по Пятигорску это кружим. Да нормально, нормально. Че, мы сейчас уже будем это искать какое-нибудь место где-нибудь, парковки. Ну да, и отдыха. Не, не доедем. Че там, высоко, нет? Вроде нет. Нормально? Блин, вот не знаю, не смотрел, по-моему, километров 50-70, наверное. Да. Да, на этой говне, на этом, да. Ну а ты там что делаешь? Да? Ага. Ну ясно. Ладно, давай спать ложись, у нас тут проблем в жопу жуй. Давай, давай. Нормально ты снял? Проблем в жопу жуй. Надо будет все-таки, наверное, заскочить туда. Но это недалеко здесь, это, блядь, пара километров. Мы же смотрели. Лежачий. А вы лежачий? Нифига себе. Я уж приготовился еще подпрыгивать. Вот так вот полу лежачий, жироскатный, сухой, просто железный. А вообще сливные, походу. Может быть. Завтра это, свежие будем. Да. Ну, на часок можно будет, да? Найти. Что еще на часок? Елки наряженные стоят. Да? Ага.
Москву едем? Наверное. Один магазин, что ли, круглосуточный? Я гипермаркет Лента именно завтра забил. Потому что там, ну это там реально, блин, все удобно. Утром можно умыться, почистить зубы. Ночью захотелось, сходил туда, попить там можно взять. Копы помогают. Раньше там какая-то авария была. В Москву едем? Наверное. Один магазин, что ли, круглосуточный? Я гипермаркет Лента именно завтра забил. Потому что там, ну это там реально, блин, все удобно. Утром можно умыться, почистить зубы. Ночью захотелось, сходил туда, попить там можно взять. Авария была, когда мы ехали.
катались, они нормально.
каком, главном городе? Да, вообще без разницы. Сам? Ну, на это, наверное, лучше на окраину встать. Да? Ну да, чтобы не этот. Ну, кто мимо будет ходить, чтобы не пялились, ничего кроме. Куда им туда он может быть? Ну, чтобы не пялились, там спят, не спят. Ну вот он охуенно подвеску не работает. Прям даже лучше, чем фольгированного. Да, что-то это. Бля, здесь и нет, я так не могу. Ну да.